Живем в Кочубейском всю свою жизнь. Мы познакомились 11 лет назад. Мы гуляли здесь еще, когда гуляли всей компанией, своими друзьями. И здесь не было так красиво и уютно раньше. Была всего одна беседка в центре, где собиралась молодежь. Сейчас центр преобразился, пешеходная зона преобразилась. Очень много лавочек появилось, где можно посидеть, отдохнуть. Чтобы у нас также в центре было озеленение хорошее, то есть чтобы ничего не завяло. Также у нас поставили системы полива, что не может не радовать. Также велодорожки появились. Теперь велосипедисты могут ездить только по дорожкам. Когда все это строилось, велодорожки, когда их красили, мы их охраняли по ночам, чтобы ни собачки, ни дети, ни велосипедисты, никто не ходил по ним. 4 дня их красили, мы 4 дня их дружненько охраняли. Очень важно, чтобы даже маленькие села благоустраивали, потому что молодые в основном убегают в города из-за того, что именно в маленьких селах нечего делать, даже негде погулять. А сейчас очень приятно гулять, очень много детей снова нужно стало гулять у нас в центре, хотя до того, как произвели вот эти все работы, очень мало молодежи было. Вечером выходишь, и уже была пустота. Зато сейчас и дети, и семьи, бабушки, дедушки все гуляют и наслаждаются у нас нашим парком, центром.